Озерские богатыри убрали машину, которая мешала проезду. Несколько мужчин легким движением оттащили автомобиль на пару метров. На кадрах с мобильного видно, как мужчины подцепляют машину и отодвигают в сторону. Дело в том, что автомобиль мешал проезду большегруза со стройки. Поэтому легковушки подцепили трос и откинули на пару метров. В темпе вальса «Газель» и отечественный автомобиль дрифтовали по гололеду. Двигались машины синхронно. Пользователи социальных сетей были удивлены столь четкому исполнению трюков.